Добрый день, ребята. У меня все нормально. Сегодня трудилась, делала потолок, красила его. Вот в каком состоянии у меня сейчас потолок. Вот грунтовочная краска Богатэ и два слоя Финколор Оазис. 2009-литровое ведро, осталось у меня 1,5 литра на 18 метров. Оказывается, это Текурила выпускает. Видать, просто там подешевле компоненты. Я сперва вообще не поняла, как себя краска ведет. Вот. А потом все-таки итог меня устроил. То есть первый раз был вообще не прокрас, черт что. Вот. А второй слой уже укрыл. Пишут они, что она мало пахнет, мало там летучих веществ. Я подтверждаю, что она укрывистая, это так и есть. Вот, в общем, мне расход ее устроил, и за два раза я покрыла. Вот, ребята, я вам сейчас показываю. В общем, я вот в третий раз сейчас уже стыки не мажу никак. То есть они за счет того, что фактура вот у стекла холста, стыки вообще не видны. Они замазываются этими красками. Вот, и, да, потолок такой шершавенький. Вот структура, видите, стеклохолста сохранилась. Но меня она вполне устраивает. Делаю я косметические ремонты, люди в восторге, я тоже. Вот, двое уже копытом бьют, когда я закончу уже с этой комнатой. Вот, уже на перегонки двое у меня есть ребят, девушка и парень, которых без конца заливают. У одного пол там с пола, а у другого из крыши какая-то там ее это на Старом Арбате заливает депутатша. Уже натяжной потолок натянули в ноябре, так опять в натяжном потолке уже пузырь. Ну ладно, клей влагостойкий, наклею я ей там это обои, вот в субботу уже выхожу. Завтра мне надо будет закончить, сегодня уже начала кроить обои. В общем, ребят, рекомендую вот эту вот свою технику исполнения потолка, кто занимается косметическим ремонтом. Ребят, не морочьте голову никому, ни себе, ни заказчикам. Отлично получается, ну в общем, все хорошо. Вот, сегодня я вот сейчас вечером в 17 часов вот эти мазанку, вот это фирма Палитра, 960 рублей. Опять купила 4 рулона сюда, вот накроила их, вот на полу они у меня. Вот одной партии, самое главное, когда покупаете, смотрите, чтобы была одна партия. Если партия разная, на разные стены, но это я вам подскажу уже потом. Вот. На сегодня я заканчиваю работу. Вот завтра буду клеить, покажу вам, как можно будет, когда короткая обоина, как ее можно надставить другой обоиной. Вот, вот все хорошо у нас. Давайте, ребята, всем привет, отдыхайте. Пока.